добрий вечір. Це тема дня в студії Ніта Рашевська. І сьогодні ми будемо дізнаватись про зміни в системі житлово-комунального господарства Миколаєва. Конкурс управляючих компаній та реакції на нього депутатів і містян. У нас в студії заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін. Олександр Володимирович, я вас вітаю. Спасибі, що знайшли час завітати до нас в студію. І глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. А сьогодні ми дізнаємось про зміни в системі житлово-комунального господарства Миколаєва. Олександр Володимирович, будь ласка, ви очолили конкурсну комісію щодо виборів керуючих компаній багатоквартирних будинків Миколаєва. І чому навколо цього конкурсу стільки обурень і скарг, як з боку депутатів міської ради, так і зі сторони городян? Будь ласка. Давайте для начала чуть-чуть, скажем, общих фраз, чтобы мы понимали друг друга, о чем мы говорим. В стране идет жилищно-коммунальная реформа. Правильно сказать, не жилищно-коммунальная реформа, жилищно-коммунальная революция. Это революция в умах людей, которые до сих пор не могут отойти от совкового патерналистского отношения к своей собственности. Я убежденный сторонник частной собственности. Но частная собственность имеет такое свойство, что за ней надо смотреть. То есть наличие собственности обязывает ее содержать. У нас очень много родителей за социальную справедливость. Но они в большей мере популисты. Допустим, в городе Николаеве 30% жилого фонда обслуживает УСМД. Не менее 30% николаевцев живет в домах частной застройки, назовем это так, там, садибного типа, как угодно можем назвать. Это люди, которые сами содержат свое жилье. И в то же самое время часть владельцев, совладельцев живет во многоквартирных домах, и они уверены, что город должен их содержать. Понимаете, это самая страшная предыстория этого конкурса и неприятие людьми. Поэтому все-таки наш законодатель прав на 100%. Плавно, очень плавно готовились все законы. Этим законом их не вчера. Тобто не раптом? Нет, конечно. С 16-го года уже был принят закон, который проговаривал, что в течение 2 лет все владельцы и совладельцы должны определиться с управляющей компанией. Потому что закон о жилищно-коммунальных услугах сказал, говорит, что на рынке жилищно-коммунальных услуг имеется 3 субъекта. Это совладельцы, это управители и надавачи послуг. Я не мог в законе вычитать слово депутаты, фракции, там, ЖЭКи. Этих слов нет, они отсутствуют. Закон и создан для либерализации рынка жилищно-коммунальных услуг. Потому органы местного самоуправления долго и упорно в течение 2 лет ждали, когда совладельцы, слово жилец нигде не употребляется. Все это... Ну, какой-то архаизм, наверное. Все, владельцы, совладельцы. Мы ждали, пока они примут решение. То есть те, кто принимал решение, создавали УСМД. Остальные ждали. Я не знаю, что они ждали. Да, мы воспользовались, мы были обязаны на основании последних всех законов и решений принять это решение за тех, кто не выбрал форму управления. Потому... Может, это был самый последний день, но мы объявили и провели конкурс. Все ж таки конкурс было проведено. Конкурс на управляющую компанию закінчився ще влітку, так? Да. На позачергове засідання виконкому з відпустки викликали вашого керівника Андрія Палька, і він висловив свою думку щодо проведення цього конкурсу. Ви дуже метко сказали свою думку. У нас і є... от на це ми підводимо черту. Давайте послухаємо його коментар. Давайте. Будь ласка, коментар. Судя по тим матеріалам, які я проаналізував, то конкурс як таковий у нас не состоялся вообще. Это не конкурс. Это был фарс. Это была ширма. Но это был не конкурс. Що стосується конкурсу, то на підтвердження своїх слів хочу дати кілька наступних фактів. Саме формування конкурсної комісії. Конкурсна комісія фактично була сформована з осіб, які є підлеглими або колегами Рєпіна Олександра Володимировича. Можливість прийняття будь-яких рішень комісією, крім тих, які були заплановані, було виключено. Кроме тих, які були запланировані, була виключена.
Олександр Володимирович, ваш безпосередній керівник Андрій Палько, він вважає, що цей конкурс проводився з порушеннями. І під час проведення конкурсу депутати тимчасової комісії на прес-конференції по результатам своєї роботи теж дивувались таким результатом. У нас, до речі, є теж коментар. Давайте послухаємо. Давайте. Будь ласка. Вы можете обратить внимание, у нас перед столом находятся коробки. Не все. Далеко не все. Далеко не все, их еще несут. Это все документация для конкурсной комиссии. Нашей контрольной комиссии понадобилось 3 недели для того, чтобы поверхностно изучить то, что предоставили конкурсанты. Подчеркиваю, 3 недели. При этом конкурсной комиссии, которая была сформирована замом начальника департамента ЖКХ Репину, понадобилось всего лишь 2-3 часа для того, чтобы вот это все изучить. Мы сейчас, если будет желание, вскроем, мы вам покажем. Это десятки тысяч страниц напечатанного и рукописного текста. Представьте, десятки тысяч страниц. И за 2-3 часа отдельные члены конкурсной комиссии, которые в итоге поставили свои подписи, подтвердили то, что в этих коробках якобы находятся действительно правильно подготовленные документы. Олександр Володимирович, депутати з фракції «Опозиційний блок» вважають цей конкурс рейдерським захопленням жилищно-комунального господарства. Ваша власна думка? Моя власна думка. Знаєте, в нашому депутатському корпусі є різні люди. У нас є дуже такий відомий депутат, который, у него любимая фраза, я художник, я так вижу. Я считаю, что мои коллеги это видят под каким-то своим углом. Я не буду говорить о том, что работа этой комиссии была очень заполитизирована. Я не слишком уверен, что данные мои коллеги думали вообще о людях. Они думали, как больше пропиариться в течение 3 недель. Я не хочу, в отличие от них, переходить на личности. И вот все то, что вылили на меня, назовем это так, я не имею на них обиды. Я им благодарен, что они провели определенную работу, что они провели в какой-то мере бесплатный пиар для меня. И если им надо, чтобы зло было персонифицировано, я на это меньше всего реагирую. Говорить о рейдерском захвате, ну настолько это безглуздо, есть в украинском языке слово, что я не хочу это комментировать. Я, может, сказал хлестко, ну как-то обидно. Я сказал, что, уважаемые николаевцы, законы вас отпустили на свободу. Вам сняли поводок, вам сняли ошейник. Уже разрушили будку. Вы сидите и воете, дайте нам ЖЭК. Очнитесь. Вам пришла свобода. И постарайтесь воспользоваться ею. Але не всі замечание люди нашей комиссии. Знают, как користатися цією свободою. Для этого пускай... Ну, значит, я не знаю, как користатися цією свободою. Они знают, как користатись своим майном. Я всегда очень мягко отвечаю, уважаемый, когда вы продаете свою квартиру, вы советуетесь с горсоветом, с департаментом, вы с кем-то советуетесь? Нет. Потому и городской бюджет не должны волновать ваши проблемы. Поверьте, через меня проходит море жалоб и людей на приемах, и я всем объясняю, что вы владельцы не просто квартиры, не того воздуха, который ограничен стенами и потолком, и владельцы всего дома. И когда приходят и говорят, что крыша принадлежит городу, а квартира моя, ну, мне по меньшей мере неприятно это слышать. На знаменитую фразу Игоря Сергеевича, что мы за 3 недели не могли это все пересмотреть, они просто не хотели это, наверное, смотреть. Поверьте, невооруженным взглядом были видны все те недостатки, которые были при оформлении документов. Мы все свои замечания, они были прописаны четко в протоколе. И не надо лукавить, эта же комиссия признала то, что мы отклонили всех наших, ну, скажем так, коммунальные ЖЭКи от конкурса, действительно, по объективным причинам. Неправильно были оформлены документы. Говорят, это формально, неформально. Знаете, ну, я поддерживаю мэра, когда он говорит, что коммунальные ЖЭКи – это самое, скажем, бестолковая форма организации. Вот последний пример, когда на исполкоме рассматривали долги за мусор, откуда коллапс этот мусор начинается. Он начинается с того, что коммунальные ЖЭКи, самые огромные, это Брис и Пивдень, они просто не платят возщику мусора.
У них мільйонні долги. У них мільйонні долги. Олександр Володимирович, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Давайте, звісно. Будь ласка, ви в ефірі, добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас беспокоїть жилець по вулиці Олейника, 30. Мене цікавить такий вопрос. Мы принадлежим ЖЭКу 11, Пивдень. А сейчас нам говорят, что мы должны перейти в какую-то, бог знает, фирму, которая называется МИСТО там и так далее. Скажите, а с нами договора кто-то будет заключать или нет о том, что мы должны перейти на обслуживание в эту фирму? И что мы будем платить, как жильцы, на обслуживание нашей территории и всего-всего, что будет входить в эти жилищные платежи. Спасибі вам за запитання. Це фірма «Місто для людей», так я розумію. Будь ласка, Олександр. Саме перша фраза. Ви нікому не принадлежите, уважаємо ніколаївці. Ви принадлежите самим собі. Просто тот факт, що ви не використовуєте своїм правом вибрати управителя, за вас произвела органи місцевого самоуправління. Ніхто у вас не отобрав право в дальнейшем організуватися. Ви можете или создати ОСМД і хозяйствовать самостоятельно, или вы можете провести собрание и на собрании выбрать управителя. Но собрание это должно быть оформлено согласно закону, согласно наказам Минрегионбуду. Если вас интересует платеж, или как сейчас называется, это не тариф, а цена управления, вы можете обратиться в компанию «Место для людей Миколаев», которая находится 7-я Слободская 70, можно говорить, да, это же адреса, да? 7-я Слободская 70Б, и получите полный ответ. То, что вас пугает большим тарифом, не верьте, но вас вводят в заблуждение. 6 гривен нет такого тарифа, самый распространенный тариф 5,60, но гривна 80 в этом тарифе заложен на текущий ремонт. То есть, начав платить в составе цены управления долю текущего ремонта, у вас появляется право требовать от обслуживающей организации его выполнять. То, что наши депутаты, родители за людей 2 года назад выбросили из тарифа на содержание домов и предбудинковых территорий само понятие «текущий ремонт», они людей сделали заложниками. Они приходят, требуют сделать нам что-то, в ЖЭКе им резонно отвечают, вы за это не платите. Поэтому новый закон о жилищно-коммунальных услугах четко прописал, что в минимальном перелике послуг повинна бути затраты на поточный ремонт. Да, заложена довольно-таки весомая составляющая, гривна 80. Но и у вас появилось право требовать, на что используются эти деньги. Еще раз, я возвращаюсь к своей своей уверенности в том, что городской бюджет не должен содержать ваши дома. Текущий ремонт – это и есть содержание дома. Объясните мне, почему жители, живущие в ОСМД, жители, живущие в частном секторе, должны содержать дома николаевцев, которые считают, что они приписаны к ЖЭКу? Никакому ЖЭКу вы не приписаны. Пожалуйста, научитесь распоряжаться своей судьбой и своим имуществом. Тобто житлово-комунальні контори зараз ліквідуються, так? Слово какое-то ужасное вязали. Жилищно-коммунальные конторы. Я вже такого. Все. Нет в законе таких слов. Немає. Есть слово управляющая компания, управитель. И уже нет слова тариф. И очень революционный шаг. Закон сказал, что после 10 июля органы местного самоуправления не имеют права устанавливать какие-либо тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Людям приходит управитель. Один, второй, третий предлагает людям цену управления, и они вправе выбрать. Я призываю николаевцев проявить такую настоящую гражданскую позицию, участвовать в собраниях. Мне очень обидно, когда судьбу ваших домов, судьбу вашей собственности решают какие-нибудь 5-10 экзальтированных старушек, которые упорно кричат, а мы будем жить ЖЭКом. Особенно неприятно, что когда в этих собраниях участвуют мои коллеги, депутаты, и уговаривают людей вернуться в ЖЭК. Только они не договаривают, что они, вроде как современным тарифом, они будут покрывать старые долги ЖЭКов, которые миллионные. Это люди опять будут платить в пустоту.
И как минимум просто будут платить на содержание самого аппарата ЖЭКа. Александр Володимирович, у нас снова звонок. Давайте послушаем. Да. Алло, вы в эфире. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Вас беспокоят жители Айвазовского 6, Корабельный район. У меня такой вопрос. Значит, когда мы просили, начиная с 2015, 2016, 2017 года, выделить нам деньги для индивидуальных установки электрических счетчиков и индивидуальных договоров с облэнерго. Нам все время отказывали, говорили, что нет денег. На сегодняшний день в доме уже 2 года, как нет газа. Люди пользуются плитками, ну кто что может. Но буквально 2 недели назад откуда-то взялись в городе деньги и установили нам какой-то тепловой узел, который нам и даром не нужен. Мы пользуемся со своим личным теплосчетчиком, который мы установили 10 лет назад. Мы собрали деньги и сами его установили. Вот объясните нам, зачем нам нужен непонятно какой-то тепловой узел, когда у нас проблема с отсутствием газа в доме, и плюс нам каждый месяц облэнерго пытается обрезать свет. Спасибо, мы зрозумели ваше питание. Уважаемые николаевцы, которые проживают в Гуртожитках, да, и все время, конечно, возникает этот конфликт. Ну, не я начинал этот конфликт, не я создавал эту проблему с жилищно-коммунальным предприятием Гуртожиток, у которого долги шкалят уже за 20 миллионов. И как бы вы зло не говорили о городской власти, действительно, сейчас изыскиваются средства порядка 10 миллионов на то, чтобы провести прямое абонирование. И поэтому я не хочу выносить сюда все эти баталии, которые идут на эту тему, и высказывания коллег-депутатов, но на сегодняшний день департамент готов буквально на следующий день приступить к работе, если будут перераспределены деньги на планово-бюджетной комиссии, которая, если вы читаете прессу, проходит с боями этот вопрос. Некоторые считают, что вы, уважаемые жильцы Гуртожитка, должны за свой счет это проводить, но все-таки большинство считает, что так как эти дома находятся на балансе города, город не просто поставит счетчики, вы не понимаете требования облэнерго, оно требует заменить полностью внутридомовую проводку, потому что та проводка, те сечения и расчеты, которые были сделаны 20-30 лет назад, сегодня не соответствуют тем нагрузкам, которые вы используете. Поэтому наберитесь терпения, проявите гражданскую позицию, и я думаю, что до конца года будут проабонированы все дома Гуртожитка. Олександр Володимирович, на одному з засідань сесії міської ради депутатський корпус доручив адвокатському об'єднанню «Тимошини партнери» та депутату міськради Сергію Ісакову обскаржити 900 договорів з фірмою «Місто для людей». Тобто вся ваша робота не має сенсу? Моя робота має сенс. Конкурсна комісія працювала згідно закону. Ця комісія не була створена по какому-то моему желанию и требованию. Это были четкие требования закона. И четкая постанова, которая описывает саму работу комиссии. Были выдержаны все параметры проведения этой комиссии. То, что наших депутатов иногда захлестывают эмоции. Ну, знаете, вот я сторонник того, что когда человек что-то не понимает, он должен уникнуть. Когда он кричит и высказывает какие-то свои эмоциональные суждения, это попахивает популизмом, особенно когда он кричит якобы о защите людей. Поэтому, когда политик начинает заниматься популизмом, это политиканство, которое ничем хорошим не заканчивается. После вот этого высказывания господина Тимошина и господина Исакова, там мы пойдем в суд, там мы все сделаем и все бесплатно, по-моему, недели 2 или 3 назад на исполкоме была уже другая идея озвучена. А пусть юристы юридического департамента подадут иск, непонятно кто на кого, горсовет на департамент, конечно, очень интересный вопрос. Но уже как-то эти господа чуть-чуть дали заднюю скорость, и, ну, я не знаю, подан, не подан иск, но мэр вроде подписал решение. Я готов идти в суд, я готов защищать. Вы готовы доказывать правоту? Конечно, доказывать свою правоту. У нас все оформлено и проведено по закону. Я в этом уверен, поверьте. Я уверен в том, что я делаю. Поэтому я к этому отношусь
Вполне серйозно. Ну, зараз йдуть такі скарги, такі відбуваються скандали. А хто опікується будинками саме зараз, поки ще нічого не влаштувалось? Що значить нічого не влаштувалось? Ось глядачі телефонують. Ну, це йде час, определенний переходний період. Я призываю жителей города Николаева расплатиться с бывшими ЖЭКами за проведенную ими работу в августе месяце. Я не говорю ничего лишнего. Но с 1 сентября все дома, которые участвовали в конкурсе, будут опікуватись управленческой, управляющей компанией «Місто для людей. Миколаев». Ни один договор не оскаржен в суде. Если вы, уважаемые николаевцы, считаете, что ваши права ущемлены, пожалуйста, заплатите судебный сбор 1600 гривен и подайте в суд на конкурсную комиссию, на департамент, на кого вы считаете нужным. Договора не оскаржены, они на сегодня действенны, и компания «Місто для людей» Николаев работает. Да, тяжело, ЖЭКи, скажем так, сопротивляются, никто не хочет отдавать свой кусок хлеба, скажем откровенно. И мне просто обидно за тех николаевцев, которые на сегодняшний день кричат: «Оставьте нам ЖЭКи». Этого не может быть. Этого не будет. То есть у будь-якому разе все одно ЖЭКи больше не будет? Знаете, давайте еще такой пассаж небольшой. Закон разрешает, предлагает владельцам провести собрание и выбрать управляющую себе компанию. Условия. Первое. Должно присутствовать не менее чем 50% плюс один голос. Они должны выбрать відповідальну особу, яка буде представляти інтереси всіх жильців. Вони должны большинством 75% утвердити договор з цією управляючою компанією. Повірте, я займаюся проблемами ОСМД, ну, наверное, лет 15 уже. І що таке провести собрання в количестве 50%? Но самого простого двухэтажки девятиэтажной, двухподъездной девятиэтажки, там где 72 квартиры, поверьте. Ну, будем сложно, реалистами, так? Да, это очень сложно. А собрать 75% подписей, это нереально. И когда приносят протоколы в департамент, уже больше 140 протоколов, я читаю и ужасаюсь, насколько у людей хватает, скажем, мужества, не будем другое слово употреблять, подделывать подписи. Доказывать мне, что 75% голосов. Я им предлагаю: уважаемые, создавайте ОСМД. ОСМД проходит государственную регистрацию. Государственный регистратор отвечает за создание этого юридического лица. Пожалуйста, будьте преступниками, но не с нами. Если закон доверил, я осознанно сказал, преступники, люди, которые подделывают подписи своих совладельцев, это преступники. Если это будет доверено департаменту, мы также прискипливо будем изучать все протоколы. Поэтому, уважаемые николаевцы, не верьте аферистам, которые в ваших домах, дворах проводят собрания. Вы для начала поинтересуетесь, совладелец ли он вашего дома. Самое смешное, что инициаторами этих всех собраний кто выступает? Работники ЖЭКа. У них хватает наглости, я по-другому не скажу, прийти в департамент и принести эти протоколы. Поэтому... Может, это будет следующая волна каких-то там возмущений, там разбирательств. Я их всех дал команду протоколы эти собирать, изучать. На каждый протокол мы даем ответ, показываем на те ошибки, которые возникли при его заполнении. Так что еще раз большая просьба, не верьте аферистам. Олександр Володимирович, і ще одна історія, хотілося б почути з ваших уст. Історія зі зникненням жорсткого диску з документацією, а потім його повернення. Я зрозумів. Давайте так. Робота депутатської комісії, я вам вже ще раз сказав, я рад, що мої колеги-депутати перейнялися цією проблемою. Пусть через два роки, але вони якось вникли в цю проблему ЖКХ. До цього ніхто цього не бачив. І... Когда это все перешло в политическую плоскость, ну их, они даже ни разу не посчитали нужным меня пригласить на заседание этой комиссии. Вот я не понимаю, откуда у них такой подход. Все вот эти балачки про диски, про запертых женщин в кабинете, ну вы же все это ж в интернете, это все перемывалось, пересказывалось. Ну для меня это смешно. Во-первых, этот диск
со самого старого компьютера, поверьте. Просто когда уходила в отпуск эта служащая, которая за ним работала, она попросила, обслуживающая организация уже вообще отказалась от этого, его ремонтировать. Я ей пообещал, что я попрошу кого-то его отформатировать хотя бы. Так він зникав чи ні? Он лежал у меня в кабинете. Это была пятница, я тогда попал на больничный. 3 дня это обсуждалось в интернете, я слушал, мне было очень интересно. В понедельник я перезвонил и сказал, пойдите в кабинете, заберите с моего стола. Олександр Володимирович, у нас час добігає кінця, і, будь ласка, висновок нашої сьогоднішньої з вами зустрічі, чи має все ж таки сенс все, про що ми говорили сьогодні? Безусловно. Приход на ринок города Николаева, на ринок жилищно-коммунальных услуг города Николаева, управляющей компанией с подходом, бизнес-подходом управляющей компании, это холодный душ для всех наших ЖЭКов. От того, что они записали свои статуты услугу управления, они не стали управляющими компаниями. Они остались теми же ЖЭКами, с совковым мышлением и патерналистским подходом. Поэтому я призываю николаевцев, не верьте на домыслы о том, что ЖЭКи останутся, они проиграли, они не останутся. Если вам не нравится управляющая компания, управляйте своим жильем сами. Вы достойны этого. Спасибо, Олександр Володимирович. У нас сьогодні в студії був заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рибін. Наш ефір добігає кінця. На все добре.